Мадагаскарские тараканы Стас и Стася легально живут в политехе. Они не просто любимые питомцы, члены команды. Привыкли к рукам, едят кошачий корм, живут во втулке от туалетной бумаги. Не жизнь, а сказка. Разве что тревожит сообщения в СМИ. Россиян предупреждают о том, что теперь насекомые якобы официально признаны едой. А значит, и производители могут их добавлять куда угодно. Шашлык из личинок, жареные кузнечики. Неужели это и есть наше будущее? Это перспектива какого-то отдаленного, в моем понимании, промежутка, но разговоры об этом ведутся не только сейчас. Порядка 5 лет назад у нас проводилась конференция в ВУЗе, да, и там уже оговаривался тот момент, что рано или поздно человечество посмотрит в эту сторону, в том числе и как бы, на наших широтах это тоже произойдет. Это, наверное, действительно шанс для человечества. Но до этого нужно еще дожить. А пока разбираемся. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране нужно поработать с ментальностью и оценить мясо из личинок как альтернативу. Что больше напугало жителей страны, накануне вышло постановление правительства, которое закрепляет новый вид сельскохозяйственной деятельности – разведение мух «черная львинка». Документ, по сути, легализует муку из мухи, пюре из личинок и не только. Принятие правительством постановления долгожданно и востребовано. Это открывает возможности производства разнообразных продуктов из насекомых в больших масштабах, что укрепит кормовую базу страны. Чиновники заверяют, вопреки панике россиян, документ направлен на создание правовой базы при производстве кормов для животных и рыбы, а не людей. Другими словами, разведение мух в стране перестало быть уделом энтузиастов. Кстати, уже сегодня более 2 миллиардов человек едят насекомых. К счастью, барнаульцы не в их числе. Видела по телевизору, что добавлять будут в хлеб. И страшно кушать хлеб. А что будут добавлять? Ну, вот этих каких-то моль какую-то или еще что-то. Меня прямо аж тошнит сразу от одной только мысли. Ну, а здесь ничего нового. Некоторые местные производители иногда добавляют энергетической ценности в хлеб. Не могли бы себя там пересилить и вот съесть там какой-нибудь тараканчик? Нет, нет. Я не на острове, там, где соревнуются. Зачем на одиноком? Нет, нет, ни в коем случае. А наспор бы хотя бы съели? Нет. Есть поговорка, где родился, там пригодился. И точно так же с едой. Деликатесы, вот эти типа жучков-паучков, это же не наши. Нам что, сейчас тараканов собирать по квартире, что ли? Ну, если будет вынуждено, то будем, если на то пошло. На самом деле, многие люди даже не догадываются, что уже давно употребляют насекомых. Например, встречали ли вы когда-нибудь добавку Е120? Это кармин. Ее можно встретить в тортах, молочной продукции, в колбасах. Все, что имеет такой красноватый или розовый оттенок. Еще одна известная добавка Е904 – шеллак. Это продукт жизнедеятельности насекомых, а именно червецов. Шеллак является глазирующим агентом. Его вы можете встретить в дрожже, конфетах, жвачках и не только. Кстати, ученые говорят, что ежегодно каждый из нас съедает около килограмма насекомых, нечаянно, через крупу, овощи и даже кофе. Пожалуй, пока на этом и остановимся. По-моему, у человечества гораздо больше других серьезных проблем, чем метаться между тем, съесть ли там такое мясо или другое мясо. Ирина Корчагина, Алексей Фритин, Андрей Печоркин. День с толком.